спа отеля Клуб Марви. Вот сотрудник нам любезно сейчас расскажет. Меня зовут Серка. Очень приятно. Очень приятно. Расскажите нам, что здесь есть у вас спа. Hello. Reception. Косметика, которой пользуются. Приятная атмосфера. Комната отдыха. Сауна. Сауна небольшая. Хорошая температура. Очень приятный вид. Ой, хорошо. Турецкий ванна. Турецкая ваня. Ну, небольшая такая, но очень уютная. Турецкая баня. А, вот тоже турецкая баня. Немножко побольше. Хороший хамам здесь. Тоже приятная температура. 45 градусов. 45? Угу. Полотенчики. Терраса. Да. Терраса. Зона отдыха. Ой, здесь вид, конечно, прекрасный. Просто прекрасный. Сейчас дождичек небольшой прошел. Так, это массажные комнаты. Hello. Hello. Вот, да, массажные комнаты. Пропеллер наверху. Вот их здесь несколько. Там далее видно фитнес. И внизу это конференц-зона. О, там что-то какой-то пожар. Сильный причем. Что-то горит. Такие лепесточки. Оригинально все в одном и том же стиле сделано. Тоже массажная комната, только внутренний душ. Очень красиво, чистенько.
турецкий баня очень пригласила. А мы зайдем. Супер. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Небольшой спа. Ну, неплохо. Хотя бы такой. Бассейна нет закрытого. Только баня, массаж и релакс.